Искали поклонники во многих странах мира. А сегодня они на сцене Государственного Кремлевского дворца поздравляют полицию России. Гордость российского искусства. Государственный академический орден Дружбы народов, ансамбль танца «Алан», Республика Северная Осетия, Алания. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия, Алания, Руслан Тидеев. Thank you.
Ансамбль танца «Алан». Как известно,